Мне Лёха заменил, походу, я боюсь. А это не Лёха, это я. О, нихуя. А, это ты, тебе можно, брат. Профукалась, как. О, дурак, я... Ой, придурок, я сам себя покоцал. Ладно, не страшно, жить буду. Да, Филиппин. Я там все косы в крови, после тебя. Серьезно? Да-да-да, вот он тут сидит, слушай. Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Так, с вами Дизари и с вами Филиппин. Добро пожаловать, сегодня Смит Маньяк против пиццы. Добрый день, гангстеры, добрый день. Эй, йоу, бро, здорово, чуваки. Мастеры, люблю вас. Сегодня огромный магазин, будет много угара и троллинга, приятного просмотра. Не забывай про подписки на канал, мы начинаем, поехали. Эй, йоу, бро, чуваки. Мечтаешь о новых скинах? Обрати внимание на скинбокс. Скинбокс интересен тем, что здесь имеется крутая бонусная система, где, выполнив всего пару действий, ты получаешь крутой бонус. Также имеются бесплатные кейсы и крутой календарь, где по цифре 31 прячется крутой бонус. Ну а мы попытаемся поднять новый годный дроп. Привлекла меня новая коллекция. Взгляни, это Dust 2. 1290. Открываем Dust 2. Это моя любимая карта. Не подведи, дай что-нибудь красное. 1250. Слушай, нормально. Предлагаю открыть любимое тайное за 790. Оу, ну это хорошо. Это окуп. Идем в апгрейд и закидываем P90 в апгрейд. Давай превратим его в копирку. Погнали. Главное, чтобы селектор остановился в этой желтой длинной зоне. Стой, я остановись, не смей выезжать за пределы. Отлично. Теперь мы обменяли не окупный P90 в окупной блюпринт. Это скинбокс. Ссылки на проект оставлю в описании. Также в описании будет промокод. Активируется он при пополнении баланса в этом разделе. Активируя промокод, ты получаешь бонус от пополненного баланса. Скинбокс. Ссылки на проект и промо в описании. Помни, главное вовремя остановиться. Они вышли? Да. Да. Ага. Давай, плюс-моралочка, плюс-моралочка. Каждая вторая девка в этом мире аморалочка. О! Погоди-ка, что-то не заморалочка ты, ебаная, ты где? Заморалочка? У меня тут прям хорошо. Звучит как баскетбольный клуб. Заморалочка? Колхозный деревенский клуб по баскетболу. Заморалочка. Так, значит, я вас... пока вообще. Я тоже. Я в отделе с порошками. Неудивительно, Лёха. Знаете, что там? Так только я должен сидеть. Классический набор Алёши. Посмеялся, как надменная старушка. А кто какую дверь открыл? Что ты бабку осуждаешь? Это как мне сегодня написали, с днём рождения, надеюсь, на тебя сегодня посмотрели. Арбуз, не я в плане, а я разъел. Открывается что-то, это кто первает? Пацаны, слушайте граффити. Чё оно не вставляется? А что я слышу? Звук отовсюду вообще этой двери. Да, это может я нажимаю? Это нормально, да, тут чуть багает. Пацаны, я вам граффити оставил. Мы вообще ничего на не улице слушали, бегайте кстати. Вокруг улицы, вы увидите граффити. Вокруг улицы бегаете? Ну, по улице бегайте, вот это вокруг как магазина. Мне объясни, пожалуйста. Так, выходи, выходи, короче. О, это кто? Такс, да, по-любому так, на крыше? В доме, я значит, какая-то крыша, сидит. Блядь, я на крышу залез. Ага, вижу граффити какую-то. Вот. Ёбнули, что ли, там в этой опять хате, эти короны по 65, блядь. Теперь здесь. Смотри, направо поворачивай, стой, беги направо. В пиццерию? Нет, и дальше беги. Гоните, что ли, вообще? Макс. Я гонь. Я тебе граффити оставил там. Так, я слышал, что-то какая-то реально граффитильная была. Была граффити? Граффитильный, так, да. Ну, возле машинки белая граффити. Ну, ты нас нарожда! Джиперс-криперс, просто выскакивайте за угла. Так, Данил, ну это какой-то шкал. А к белой машинке подойди, где ты первая граффити видел. Ну, я вот у машины, да? Я вижу Макса, ты видишь второй граффити, Макс? Посмотри. А, у нас пицца переходит дорожную инспекцию. Дорожную инспекцию. Лёха, не убивай, Лёха, не убивай. Сейчас, блядь. Лёха, не убивай, пожалуйста, помогай, всё, тупик, Лёха, прости. Лёха. Правильно, он сначала просто просил, потом уже извинения просит. Козёл, блядь. Нормально. Вот, смотри, граффити второе, видишь? Где нарисуют, блядь, каракули? Вон здесь, 65 рублей. Всё, я ему, дядя, говорю, давай. Какого фига он сходу в больничку пришел? Вообще больной, что ли? А да у него, походу, читы. Мне кажется, у Такса реально, походу, читы. Че, какого фига он прямой наводкой? Хорошо, что я ориентировался оттуда. Он просто прямой наводкой залез. А, ориентировался, да. По твоим эмоциям-то, конечно. Че такое? Он реально нафиг-то ходит в стенычки. У него приватка какая-то куплена. Что с ним? Потому что он молодец. Блядь, на Counter-Strike не работает. Жалко. Данил, ты мне явно дал какую-то ложную наводку. Да это не ложная. Да что происходит? Ну, наводку дал, у вас карта сегодня. Купил. Наводку, да, дал. А там еще тоже дырявое все. Он тут где-то, смотри. Я вам граффити оставил. Слушай, давай обгрызешь сюда, иди.
Нет! Леха, выманивай, выманивай. А в сундучку зашел где-то, по-моему, это. Да-да-да. Да-да-да, он лазит, сука, по лестнице какая-то. Не, он тут. На дерево посмотри, Леха. Не тут он, не тут. Ты молодой пацан. Я не понимаю эту хрущевскую вашу жизнь. Ну, блин, вот зачем вы лезете наверх по лестнице, я не понимаю. Я вот вам говорю, что на дерево посмотрите внимательно. Кто такой Данила Кван? Ты отвечаешь. Молодой. Сидит там где-то. Так, это удивительно. Я история, хочу сказать. Мне пойду его там искать. Посмотри вверх, вон. Да. Жопа, труба чистая. Я не вижу шкварье. Не чисто. Шкварье? Шкварье, не видишь? Очень нечисто. Где шкварец? Тебя трындец. Чё нахрен, Данюк? Ну, это же разворовано все. Разорвано. Да, тут, конечно. Пацаны, я вижу касса номер 5, касса номер 3, касса 1. Все вкусы сыр. Да. Я люблю. И круассаны. Опять закупка контрольная пошла, да? В магазин ушли? Да. Будь здорова. Апти. Апти. У кого кот мяу сделал? Апти. Я вижу еще шоколадки, туалетную бумагу, средства для стирки. Ну, то последнее тебе пригодится. Чипсы. Чипсы Гиколада. Прозек вижу, еще вижу... Просак. Я знаю. Смотри. Кассу номер 4 он видит. Дизайн, они нас не знают, как? Беги, мотёрного, быстрее! Лево, дебилы, ну так вообще-то обидно было. Я знаю, ты да. Блин, трындец, Дизайн говорит, смотри, какая классная нычка. Там тайт. Где кто тайт? Там тайт. Тайт стоит. А, пора, да. Тайт Хантер? Средство для стирки. Так, хорошо. Лёха, ну ты за порошком шёл, иди разберись. Лёха, с порошками застрял. Я туда осуждаю, один баннер тут расположен, некрасиво расположен. Ну, блядь, я туда телепортируюсь, сука. Касса номер 4. Какая? Где тут касса номер 4? Ну, нарисована? А, блядь, да то. Ну, видишь, вот касса номер 5 я вижу. Вижу, да слушай, граффити, слушай, граффити. На потолке где-то сидит. Ну, я даже скажу вам больше. Вам знакома эта нычка? Ой, видишь, дверь опять открыта? Опять ты в этом, что ли? Блядь? Как думаешь, кто открыл эту дверь? Морозильник. Да я задание. А Дизари вообще негодяй, да, он, блядь, подсматривает вообще. Хуй так же Леха по мусоркам лазит, дурак. А где вы еще такой сайт спалите? Леха, как в морозилку пройти? Сейчас помогу, блядь. Просто... Это такой степень наглости. Лабиринт. Блядь, как он убежал уже. Леха гайморит, давай. Он Себастьян уже, блядь, отсюда. Конечно. Ну куда вот он мог убежать дальше? Так я не знаю, сейчас скажу. У меня не хватает тут на эти понимания. Собака была и Себастьян. А, он на крыше был. Был. А он сам в общаге, блядь. В дуфсу. Тети люди, блядь, постирать свои панталоны. Давай, все, иди там, короче, работай, я на улице постою пока. Работяга. Да вы что, здесь еще... Это общага, как больше некоторых карт. Это Лёша нахабал. Реально, квадратура этой общаги больше большинства карт, на которых мы играли. Мне еще нычки, ладно бы мне нычек не было. Квартиры, Лёха, какой-то у меня на улице. Да понятно, что ты далеко не уходил, тебе же контент нужен. Я тебе сейчас, блядь, дам контента тут по башке, блядь. Чё ты дрочишь двери-то? Где я вообще? О, РЖД билеты бери, вот тут билеты продаются. Какие билеты? Я заблудился! Переход, пешеход! Я сзади как раз появился, блядь. 25 секунд. Даня, 20 секунд, 20 секунд. На лестницу, ты точно выживешь. Я не смогу убежать до конца. Все, в угол. Зажимай, блядь, прочитал. В обраточку побежали, 12 секунд, они поджимают меня. Давай, блядь, да нет, 7 секунд. Блядь, удаляй. Вы будете играть-то, нет? Мы будем играть, мы идем вас искать. Вы где, где? В гаражи, да? Да, сразу вам. Короткая дорога, ты помнишь, Дзерги, гаражи сюда? Гаражных дел мастера. Ой, ребят. Оттуда сразу, давайте так, телепорт оттуда есть или нет? Или мы сейчас просто прием, нас посмотрите, или я мы Леху до вас убью, в зоопарке. Убью Леху! Че, я не знаю, что как тут. Вы нас увидите, оттуда нет телепорта. Дзерги, а ты куда делся? Пацаны, мы будем двигаться только по гаражам. Чисто по гаражам, да. По ресторанам и... По гаражам. Давайте по гаражам. Давайте, как в детстве, по гаражам и за гаражами. Обалдеть, нереально кто-то наверх залез в Дизаре. Я фиг знает, куда попасть. Прыгай, пицца. Пацаны, давайте договоримся. Смотрите, все к общаге. Я вам покажу нычку, вы будете охренеть, как в таком шоке. Только не бей. Будете. Просто к общаге. Только не бей, говорит. Точно рассчитался, блин. Сейчас он нам граффити оставит. Сейчас. А, блин. Леха! Дизаре. Тебе. Давай, Данёк, режь его. Его здесь нет. По-моему, хуёво. Я мув дал. Его не было даже в Дизаре. Хорош. Ты видел его?
Да, а что там, не... что там, Лёха, пошло что-то не по плану, гараж закрыли, блядь. Туда нельзя пройти, прикинь, там прозрачно. Я вообще в шоке был. А куда Лёха текст делся, я не понял, что за мув сейчас произошел. Он пропал, ну, понимаешь. Но он был там, да? Я-то как бы на солнечных ваннах, знаете, я никуда особо не тороплюсь, поэтому вы уже Лёшу ищите, Лёша вообще прям нужен вам. Подожди. Это то, что вам надо в этой жизни. Все, ребят, я уже ушел, короче. И чё? Ничего не можете найти. Лёха молчит. Что он молчит? Ну я в ангаре просто. В какой-то момент уже успел в ангар уйти большой. Гангар, устроим тебе сейчас гангбэнг. Что за адская жесть? Я в ангаре, Лёха. Опен ангар. Дизарь, он в том месте, которое тебе не понравилось тогда. Данил, ты Айзек Азимов или ты опен геймер? Ой, я, кстати, хочу на этот фильм сходить, я его не показываю, да. Давай, тоже порежь меня, дам тебе возможность эту... Ой. Ой. Он не режет. Что, кто, а кто там бегает? Да режет шкварку. Да не режет. Ай, успокойся. Ты дурак, Лёха? Я не знал, что так можно. Это выглядит как какие-то пустыновацкие. Макс, у тебя есть... Там вот... А, зерк показывать. Закрой. Меня пицца. Куда именно? Давай ты дебил, просто, да, не лови. О, привет! Он понял, он говорит, дверь закрой, он разворачивается. Идёт! А так, мне говорит, давай, ты, говорит, дам себе поездки домой угорать, я его срезал оттуда. Пацаны, я даю вам подсказку, слушайте. Че, почему нам в воздухе? Я кинул вам подсказку, мы в магазине. Я вижу кассу номер 4. Он зарычал. Лев, тигры в цирке не выступают, офа видео. О, зашел на кассу, что свободная касса, дядя Леша. Дядя Леша. Он по кассам скачет. Дядя Леша. Дядя Леша. Вопрос, куда ведет этот телепорт? Леша едет. Оставлю график через 3 секунды. Он залез, он залез. Леша едет в Тамбов. Чики-чики-чики-чики-чики-та. Тамбов? Пацаны. Да. Бобров, давай вылазь оттуда. Видели подножка. Подсказку? А, там телепорт, он это уже вышел. Это что, с глушителем, блядь? Ёб, ты что ты делаешь? Куда ты жмешь? Лёха, ты нашел что-то? Ты мне это кому говоришь? Я ничего там в магазине, ничего там в магазине. Не, Лёха, забери его, походу, я боюсь. А это не Лёха, это я. О, нихуя. А, это ты, тебе можно, брат. Извиняйся, да. Что, просрали петарды? А, помните, говорили, реально петарда не взорвалась, она просрана, или как называлась? Они с крыши, как голуби с труб. Посвистело, пропуталось. О, дурак! Ой, придурок, я сам себя покоцал. Ладно, не страшно, жить буду. Да, я там вся касса в крови после тебя. Серьезно? Да, там брызги крови, они сейчас тебе прямой наводкой придут. Пацаны, подсказка. Да-да-да, вот он тут сидит, слушай. Не Леха прям туда упал. Ссался уже в страхе. А че, блин, сидеть ждать? Ну реально, ну не в восторге съебался, кстати, у него улыбка была на лице. Он бежит за мной. Порадовался, да? Ну реально, кровавая подсказка была. Чигуа, тигры! Понял, вместе с Краснодара, да, у тебя там были? А мне очко дизайли, они за мной вдвоем, его два бегут, понимаешь? Давай сюда, кулебяка. А, он опять решил это, на заправке подохнуть. Я не хочу дохнуть на заправке. Мне это не нужно, пацаны. Банка молока из фильма «Бумер». Я, если что, сзади бегу, если этот мув будет, типа, с разворотом. Я сзади бегу. А я в какую-то хуйню попал! Ой, а Данёк, там туда! Проскочил, что ли? Бежим туда вместе! Бедина, офиг, беги, родной! Чему я упал? Мы выжили! Это было красиво, красивые мувы. Я выжил, блядь, я 6 минут еще и, блядь, тут. А, да? Что это такое? Меня так одурманили. Одурманили! Цыганский гипноз, Макс, да? А на флаг на этот можно залезть? Жопы, сядь на него еще. Что-то там. Он вот почти-почти завалил меня, Дизари, я выжил, там, это блядь, было люто. Так, подсказочки. Я вижу заправочную станцию, веб-пауэр, веб, значит... Да, не, ну я без нычки! А ты здесь, что ли? Да! А, ну извини, нет, пацаны, я не вижу заправку. Я развидел ее. Все, я не вижу. Я не знаю, что это какие-то объекты странного типа. Пиздец, мне больно в жопе. А чего ты не дошел-то, не забежал сюда? Обходи. Там потому что Леха забора пропадал уже. На кусочки. Ой, Дизари, че ты не зашел-то за мной? Пацаны. Слышали граффити? А, он в заправке, блядь, сидит. Дошло только сейчас. У вас реально фантазия? Куда он из нее телепортируется, слышишь? Там на крышу, может быть, он упадет. Может быть. Уже поздно. А где он? Где он? Действительно, где же он? В доме шаровится. Зашел в магазин. Это знаешь, есть у людей фантомные боли, которые потеряли конечности. А он там, Филиппинов, фантомные чувства какие-то в доме. Я на заправке по-прежнему. Ну, он там.
Работаем. Где, блядь? Работаем, братья. Да нет его тут нигде. Опа. Это было опасно! Сука! Он за стенкой. Общажная. Общажная тварь. Да, нет, вот понимаете, вы смеетесь над человеком, который просто не знает вашу нычку. И вы, своим, значит, умом. Так, знанием, да? Превосходством знания. Мы не выдумываем, это карты, превосходство. Блин. Тут есть счастье от того, что ты выжил. Вот здесь что есть. Ну сидит, короче, этот клоп, блядь, межкомнатный где-то тут. Я не знаю где. Нет, он уже ушел туда давным-давно. Уже давным-давно. О, блин! На крыше! Я стоял... Втыкал. А ты в попе ковырялся пальцем, дурак, нельзя так делать. Поверху просто бегаю, я сейчас за ним. Окей, так. Фиг ли ты там делал, нет, Алёша? Расковырял долги. На лестницу сейчас пойдет, смотри, стоп. Он прыгнет справа, мув, ой, мув, потеря скорость. Да-да-да-да-да-да-да! А, и ты на эту же хуйню, да? Это хорошо, это очень классно. Это вот он опять где-то, короче, вот наебал. Балл, смотри, 100 рублей. Ебал, это типа электронный бал? Именно он. Почему он не в платье? Пацаны. В этом, заправочный. Заправочный, говорит, будто закусочный. Ты, блядь, круассан с салом, ты где? У вас все тут медом намазано, блядь, я не понимаю. Да нет, я специально хотел открыть, чтобы запутать их, но она не открывается, подлая дверь. А знаете, как называется круассан с салом? Круассала. Звучит итальянского. Я только что придумал, в туалете, сука, ну как ты там живешь-то, а? Да это отлично. Квадратов, знаешь, у меня много. Есть все необходимое. Даже водяное охлаждение, правда, не очень красивое. Куда ты побежал? Куда побежал, Макс? Я стою на месте. Двери вообще-то. Вон наша хата наша. Стон фан перевел. Так, главное, чтобы этого не видели всего. Граффити в магазине. Ну? Оставил. Слышишь, я ножом тебя шоркаю. Он за этой, за бетонной дверью. За бетонной дверью. Так он опять палец, что он идет туда. На крышу иди. На крышу иди. Бля, все, тут одна секунда. Ребят, ну что же, на этом все. Это были прятки. Пицца против Смита. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забывай про подписки на канал. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Добра всем и позитива.